«Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Аминь. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает,
но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.